В Алматы проводился отбор в команды европейских клубов среди порядка 150 юных спортсменов 2008-2010 годов рождения. Несмотря на то, что ребята приехали со всего Казахстана, его прошли лишь двое юношей. Одним из них стал воспитанник детско-юношеской футбольной школы города Кокшетау. Подробности в материале корреспондента. По итогам просмотра футболисты из Кокшетау Ерсата и Сима пригласили на отборы в Германию. Как поделился тренер Акмулинца Саудатбек Залел, он тренирует молодое дарование с 2015 года. Есим Ерсат – добрый мальчик, обладает хорошими человеческими качествами. В нем нет высокомерия, он может в нужный момент поднять дух команды. Наблюдаются лидерские качества во время игры. За 9 лет тренерства не заметил в нем отрицательных черт характера. Ерсат у нас ездил на просмотр именно с участием тренеров из Испании, из Германии. И у них отбор длился в течение недели. Тренера предоставляли мастер-класс, смотрели, взаимодействовали непосредственно с детьми и уже смотрели, кто и к ним подходит. Из 150 человек этот раз попало только два, это которых забирают на бесплатной основе. Ерсат Есим с детства выбрал для себя самый популярный вид спорта. С тех пор он неустанно и упорно тренируется. Это и дало свои плоды в столь раннем возрасте. Улетаю 21 октября. Теперь предстоят отборы в Германии. Думаю, что подпишу контракт с клубом Кёльн. Выражаю огромную благодарность тренерам и команде «Мустанг» в Алматы. На сегодняшний день в детско-юношеской футбольной школе Оужетпес города Кокшетау тренируется порядка 500 детей и подростков. Каждый желающий может стать частью команды совершенно бесплатно. Кайырбек Тулегенов, Медет Кайыркенов, Максат Искаков, Кокши Ахпарат.